Трудоустроен ли или безработный, неважно, когда ты собираешься переходить дорогу. Казалось бы, что здесь сложного? Да, в принципе, ничего. Главное — соблюдать элементарные правила. К сожалению, делают это не все, что еще раз подтвердил сегодня Даниил Седов в рамках рубрики «Автохам». Красный стой, зеленый иди. Этому правилу перехода дороги учат с самого детства, но по непонятным причинам многие с возрастом забывают о главной аксиоме безопасности. Именно поэтому в Иркутске полным ходом идет операция «Внимание, пешеход». Сотрудники ГИБДД следят за тем, чтобы каждый пересекал проезжую часть в соответствии с требованиями. В следующий раз предупреждением отделаться не получится. За повторное нарушение пешеход должен будет заплатить штраф ни много ни мало 500 рублей. Но деньги здесь далеко не главное. Куда важнее то, к чему может привести беспечность. Только с начала 2019 года в Иркутской области произошло 400 ДТП с участием пешеходов. В них погибли 36 человек, в том числе 6 детей. Цифры, прямо скажем, неутешительные. Поэтому в целях профилактики повторяем правила перехода вместе с инспектором. Надо убедиться, что на пешеходном, вот, смотрите, на пешеходном переходе загорится зеленый человек. Прежде чем переходить пешеходный переход, надо убедиться, что данное транспортное средство остановилось и пропускает вас, после чего продолжать переходить пешеходный переход. Совершенно очевидно, что никакой штраф не соизмерим с человеческой жизнью. Именно поэтому в следующий раз, когда вы вдруг решите рискнуть своей жизнью абсолютно неоправданно и перебежать дорогу в неположенном месте или, предположим, на красный сигнал светофора, как следует задумайтесь о том, стоит ли оно того. На мой взгляд, ответ абсолютно очевиден. Даниил Седов, Алексей Бондаренко. Новости по будням.